какой-то магазин в Даунтауне возле офиса. Булки по 2,19. Можно воды набрать даже в стакан, ничего себе. Пиццы, фрукты. 4,50 такая маленькая коробочка. Какие-то такие детоксы. По 4 доллара. 5,99. Ну, в общем, цены такие не маленькие. Бутерброд с яйцом 5,95. Сэндвич. Роллы 7,85. Дорого тут, конечно. Такой маленький магазин 7-Eleven. Мороженое. Что такое, шоколады и напитки. Я даже, кстати, не вижу вот это вот мои любимые Сан-Пеллегрино. Есть обычная вода Пьер 4,39 за 1 литр. Ну, короче, такие. Какой-то снэк купить, типа. Из фруктов вообще там пару чашек вот этих. Банан 1,50 доллара. И вот мы вышли прямо к часикам. City Hall. Old City Hall. Так, у меня там... Сейчас не пропустят машины. Сегодня пятница. Очень свободно было ехать. Интересно, как будет обратно.